Майкл Джуз и Константин. Пусть начнется сражение. Погнали! Итак, решение судьи. 3, 2, 1. Битлджус проходит далее. На танцпол приглашаются Барт и Леха. Готовятся Кэштон Кит и Вадим. А пока Барт против Лехи. Барта я уже вижу. Леху пока что не наблюдаю. Леха, если ты здесь с нами. Окей, он уже здесь. Парни, один раунд у вас. Поехали. Кто знает слова песни, подбивайте. Следующий круг. Кэштон Кит и Вадим приглашаются на танцпол. Готовятся Эндрю 3-2 и Free Max. А пока Кэштон Кит и Вадим. Кэштон Кит, Вадим, джентльмены, я знаю, то, что вы здесь. Поскорее подходите на танцпол. Друзья, уступите им место. Так-так. Все по-прежнему с нами. Все по-прежнему готовы продолжать смотреть. Мы неуклонно движемся к финалам в каждой из номинаций. И совсем скоро самое горячее и интересное. Ну а пока следующая битва 1-4. Кэштон Кит и Вадим. Пусть начнется битва. Поехали. Jump, jump.
fun. We move all the marriages and keep them pion. Head full of knowledge and full of wisdom. And anywhere we go, you know we talk of a tongue. Talk of a tongue and we speak and we strong. And we reach up Japan and we go a foreign land. When it comes to the no meditation. I'm ready for you with enough fight a man. Who better the devil with him again? I'm a young man. I got two lyrics and two dance rap. Got three lyrics and five dance rap. Bring up all the fun to the dad dog on. And shout it out, car, you know mama man. And move your back, car, you know body man. And shout it out, car, you know nana man. And make me see you what you style like what man. Make me know if you come from London. Решение судьи. 3, 2, 1. Кэштон Кит. Эндрю 3-2 приглашается на танцпол и Фримакс. Заключительное сражение 1-4. Так-так, Фримакс, хотел бы видеть тебя тут. Эндрю тоже здесь. Ну что, все готово к следующему сражению. Пусть оно начнется. Погнали. Фримакс, мы ждем тебя. Он проверял твой настрой. Так, так, так. Битва обещает быть горячей. Смотрите! Судья не смог определиться после первого раунда, после одного раунда. У нас прямо сейчас назначен дополнительный раунд. Вы рады этому или нет? Тогда получайте. Тайбрейк, топ-раунд. Поехали. Раз-два, раз-два. Решение
решение судьи. 3, 2, 1. Эндрю. Так, что он нам приготовил? Видно, забыл, как металл, синий скрин. Город Воронеж, ну а ну на них 8. Решение судьи. 3, 2, 1. Парк в финале. На танцпол приглашается вторая пара полуфиналистов. Это Кэштон Кит и Эндрю Три Туз. Посмотрим, чья возьмет на этот раз. Ну что, парни, один раунд. Дайте кто-нибудь водички этому молодому человеку. Совсем недавно у него была битва. Окей, друзья, у вас там как? У всех все в порядке? У всех все хорошо? Точно? Скажите мне, ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, как все у вас хорошо? Верю, больше не надо, спасибо. Итак, у нас второй полуфинал на очереди. Я, насколько это возможно, тяну время, чтобы этот молодой человек отдышался, но при всем при этом хотел бы убедиться, то, что вы готовы. То, что вы готовы, я убедился. Ребят, там все готовы наверху, а? Поддержка – это важно, но не в нашем с вами случае, по всей видимости. Я надеюсь, все изменится к финалам. Финалы скоро. Я с вами наблюдаю. Итак, второй полуфинал. City Scream 2018, город Воронеж, Российская Федерация, планета Земля. Мы здесь с вами прямо сейчас станем свидетелями того, что произойдет. Второй полуфинал. Брейкинг 1-1, профессионал. Если вдруг кто-то не в курсе, за вертушками, за пультом чемпион. DJ Worm, дайте шумы для него. Эй. А если за вертушками DJ War, значит здесь будет горячо. Эй, пусть начнется полуфинал. Понеслась? Мотто. Search for my ID. And did you even know we could change it? Girl, it's running around me in places. How'd you tell a man to behave when you're pushing him around on the pavement? And did you even know we could change this? Girl, it's running around me in places. How'd you tell a man to behave when you're pushing him around on the pavement? I'm a slave to the page that the times took. Babylon, now my mind shook. Made one false move, caught reaching for the wrong book. And that's just the way it's set up. They left us on the lesser end of best luck. It's messed up, big as the eyes against us. The bad blood tied back to my ancestor. Triple great grand, like I can feel your pain. Judged by the jury, won't with my chain. Judged by the jury. Ну что, посмотрим, кто победил. 3, 2, 1. Tie break. Soft round.
Такое тоже бывает. Вы не расстраивайтесь. Прямо сейчас у нас дополнительный раунд. Эй, парни, у вас как, силы есть? Все хорошо? У вас силы есть, я знаю. Друзья, у нас осталось буквально пару полуфиналов после этого. После этого будут полуфиналы по хип-хопу, 2 на 2, и все. Дальше только финальные битвы. Но перед этим доп раунд по брейку. Один. Поехали. Решение судьи. 3, 2, 1. Кэштон Кит проходит финал. Эндрю, спасибо тебе за это сражение.